Первокурсники решили показать всем пример. Организовали субботник в пятницу после занятий, чтобы сделать сюрприз родному учебному заведению и всему городу. Вся территория прилегает у нас от Валентины и также до УВД. Вот, вообще убрались как бы здесь и пошли дальше по улице. Мы дошли до Заводской. Как бы время сильно не позволяет сегодня размахнуться, вот здесь убираемся. Чтобы город цвел, расцветал, как-то чище все время было. За день ударного труда ребята привели в порядок практически всю улицу. Окопали деревья и подмели тротуары, чтобы в нашем общем доме Анапе было чисто и уютно. Это традиция на Кубани – проводить уборку не только в доме, но и на улице с наступлением весны и тепла.